Вместе со всей Великой Поднебесной жители столицы КНР достойно встретили наступивший по буддийскому календарю Новый год свиньи. Как всегда, новолетие ознаменовалось громкими фейерверками и традиционным ужином. Согласно многовековому обычаю, в центре праздничного стола обязательно должно стоять блюдо с пельменями дзяоцзы, что в переводе с китайского означает «процветание». Утром Нового года пекинцы дружно отправились к храмовому комплексу в центре города. Как гласят поверья, чтобы дом посетило счастье, необходимо вывесить хотя бы на окно своего жилища свиток красного цвета с иероглифами, притягивающими удачу и богатство. В местные обычаи входит забавный ритуал. Горожане пытаются заставить звенеть маленький бронзовый колокольчик, висящий у входа святилища. Для этого необходимо бросить в него на расстоянии монеткой. Как известно, жителей в Пекине много, поэтому служки собирают мелкие деньги буквально лопатами. Помимо прикосновений к священным предметам, китайцы зажигают также палочки с благовониями и спрашивают милости у высших сил.